Вопрос оказания бесплатной юридической помощи населению – главный в повестке дня заседания Общественного совета при службе судебных приставов. Консультационные услуги стоят дорого, воспользоваться ими может не каждый, рассказывает начальник ведомства Николай Горбушин. А вопросов, связанных с работой службы, возникает все больше. Необходимо организовывать бесплатные приемы и тематические дни по консультированию населения по вопросам взыскания алиментных долгов, по части выплат медицинских страховок и платежей ЖКХ. Напомним, получить консультацию от специалистов службы судебных приставов можно через интернет-приемную, на социальных акциях и выездных приемах. Мы планируем действительно осуществлять приемы граждан не только в управлении, но и в ряде других структур, властных структурах и на местах, то есть в районах. Предварительно это будет оповещаться через средства массовой информации, через интернет, тематика. Ну, тематика здесь, наверное, мы, в принципе, не отказываем в консультации.